20-м столетии на долю нашего народа выпало тяжелейшее испытание – война, которую мы по праву называем Великой Отечественной. В этой войне подвиг солдат и офицеров, бесстрашных, верных, воинскому долгу до конца, своей жизнью исполнивших слова Христа Спасителя и пожертвовавших собой ради братьей своих. Сегодня мы воспоминаем их подвиг, который нельзя забывать, который является памятью о всепобеждающей силе любви. Мы особо молимся сегодня о упокоении воинов, погибших на поле брани. Вместе с тем благодарим и Бога за то, что в те страшные годы Он даровал нашему воинству и народу победу над злом. Ведь зло в своем проявлении в мире является там, где оскудевает любовь. Чтобы этого не произошло, мы должны помнить об этом не только в этот великий для каждого из нас день, но и на протяжении всей нашей жизни. Должны любить и ценить ближнего. Любить нашу Родину, ведь если не ценить их, то легко и потерять. Именно этому учит нас подвиг тех, кто победил в Великой Отечественной войне. Я от всей души поздравляю вас, дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, дорогие во Христе братья и сестры, с этим великим юбилеем, который сегодня мы празднуем. Дай Бог, чтобы никогда больше не было войны, чтобы мирное небо, которое 70 лет назад ценой своей жизни подарили нам воины и все, жизнь свою положившие за веру Отечества люди, осталось мирным всегда. Христос воскресе!